Дорогие россияне, хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом. И Рождеством. Счастья, здоровья. Что? Я говорю, и с Рождеством. А, ну да. Сейчас, одну секунду. Давайте разберемся сначала с Новым годом, хорошо? Мы поздравим с Новым годом. И Рождеством. Послушайте, с Рождеством разберемся 7 января, хорошо? Сейчас мы поздравляем с Новым годом, да? У нас как светское государство, мы сначала... Как? Светское государство. О, извините. Пожелать счастья, здоровья. Светлого Рождества. Послушайте, одну секунду. У нас Новый год идет до Рождества, да? Хорошо? Да. Да, верно. Из-за ебаного Петра Первого Рождество идет после Нового года. Но было все наоборот. Послушайте, какая разница, как было? Главное, как сейчас, хорошо? Ты скучный. Так вот, мы хотим пожелать вам самого наилучшего, чтобы в этот новогодний праздник осуществились все ваши мечты. И Христос воскрес! Это вообще другой праздник. Мы сейчас вообще говорим про другое. Пожалуйста, можно поздравить с новым... Ёлочка, гори! Кажется, это чудо! Кажется, это чудо! Ну что ж, дорогие россияне, несмотря ни на что, всех с Новым годом! И с Рождеством!